Привет, это канал предпринимателя Взлет, меня зовут Ольга, и сегодня мы с вами будем рассматривать новую коллекцию украшений от компании Oriflame. Это коллекция Мехико, это колье, серьги и набор браслетов. Оставайтесь со мной. Название этой коллекции Мехико, я так понимаю, определяет форму и цвет этих аксессуаров. Именно зеленым и синим цветами отмечен герб города Мехико. И этот город был основан индейцами, ацтеками, и у меня такое ощущение, что именно этим объясняется вот такая форма копья, потому что именно индейцы, они жили охотой, рыбалкой. Еще один из вариантов, что самый модный сейчас тренд – это форма в виде зуба хищника. И именно поэтому компания Oriflame выпускает эту коллекцию сейчас еще зимой, но уже в переходе на весну. То есть такая форма остроконечная, она очень хорошо подойдет под мех, под шубу. И в том числе эти цвета, они также прекрасно будут гармонировать с вашими весенними и летними нарядами. Давайте же посмотрим эту коллекцию. Сейчас в моде разноцветные украшения, они придадут вашему образу стиля и покажут, что вы именно на волне самых современных тенденций. Коллекция позиционируется как в стиле этно, и мне кажется, что это именно вот такой ремешок под кожу, на котором висит колье и остроконечная форма самого украшения. Именно вот характеризует стиль этно. Это колье также можно назвать как колье-воротник. Если у вас есть какая-то одежда однотонная, будет очень красиво смотреться с круглым вырезом, то в моде вот именно такие колье-воротники, которые при прикладывании к такой одежде, когда вы их будете носить, будут создавать форму воротника вашему вырезу. Вот таким образом это колье смотрится на шее, его можно носить сверху на водолазке, его можно носить на теле, это будет одинаково стильно и одинаково красиво. Длина этого колье 45 сантиметров, и вот знаете, меня заинтересовало, в каталоге написано, что плюс 6,5 сантиметров, но вот то колье, которое я держу в руках, которое я достала из упаковки, именно на нем я не вижу этих 6,5 сантиметров. Когда вы будете заказывать этот аксессуар, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, будет ли на вашем колье вот эта вот знаменитая цепочка, дополняющая, которая обычно на всех украшениях присутствует. Но в данный момент то, что я держу в руках, это 45 сантиметров ровно, поэтому обязательно при заказе это учитывайте. Серьги Мехико, они той же формы, что и колье. Если мы их приложим к колье, то мы увидим, что они чуть крупнее, чем самые мелкие детали колье. Сами серьги такой же остроконечной формы, как я уже сказала, они похожи либо на копье, либо на зуб, но в любом случае это связано с индейцами и с чем-то, с хищным, с охотой. Вот так эти серьги будут смотреться на ваших ушах. И давайте посмотрим браслет. Это набор браслетов. Меня интересовало, связаны ли они между собой, либо их можно носить отдельно. Ну вот, у меня три дочки, можно раздать всем трем дочкам по браслету. Эти браслеты сделаны из стеклянных камушков на такой нейлоновые резиночки, именно вот как обычные браслеты. Камушки довольно красивые, и они очень мило переливаются, и даже посередине есть колечко с вделанными в него стразиками. Все цвета перекликаются всей коллекции. Два вот таких милых браслета тоненьких, которые подчеркнут изящность вашей руки, и один браслет, это такая же под кожу веревочка, подкожаный жгут сделанная с подвеской. Ну, вы знаете уже, я думаю, что сейчас очень модные браслеты, на которых есть вот такие вот подвески. Подвеска тоже такого же изумрудного цвета, как и браслет, как и частично камушки в колье. Поэтому вся коллекция будет, конечно, играть, великолепно гармонировать. И вот именно на браслете, в каталоге заявлен браслет как 18,5 сантиметров, но мы видим, что вот на браслете есть вот эти вот дополнительные сантиметры, которых мы не нашли на колье.
И браслет вы можете надеть на любую руку. Еще раз, колье, которое можно носить как колье-воротник. Браслет, который состоит из трех перекликающихся по цвету со всей коллекции браслетов. И остроконечные серьги, которые подчеркивают вашу хищную сущность, которую иногда вы показываете окружающим. Будьте яркими, оставайтесь сами собой, любите себя, балуйте себя новыми аксессуарами. И подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть новинки компании Oriflame вместе со мной. Пока-пока!